решила царица одной страны наградить подарками самых достойных учеников. Самого достойного ожидал золотой венок. Каждый из учеников должен был подойти к царице и рассказать ей о своих успехах. Первым подошел мальчик и гордо произнес: «Я учусь лучше всех в школе. Я всегда говорю правду. Я никогда не ссорюсь с товарищами. Я лучше всех пою. У меня нет больших способностей. Я стараюсь, но успехи мои невелики. Поэтому я не заслуживаю награды. Но мне так хочется порадовать чем-нибудь моего больного отца и утешить мою горюющую маму». Царица встала, приблизилась к девочке, поцеловала ее и надела ей на голову золотой венок.